Ребята, всем привет! Вы на канале Алькаш ТВ. Дениска у нас уехал в отпуск, короче, в Анапу. Ждем от него вестей. Дениса, тебе привет передаю. Ждем от него вестей. Записывает он у нас видосы, как многие знают, и по стриму, и с предыдущих роликов. Записывает видосы, как он там отдыхает. Сделаем отдельным таким влогом, какие вообще цены в Анапе, сколько денег нужно, чтобы туда съездить с семьей на машине, какое расстояние, сколько бензина он истратил. Я надеюсь, что там все подробно нам в видео в отчете доложит, и мы выложим обязательно у себя на канале. Еду я сегодня в автосалон Атлант Авто к своим друзьям. Заказал я экспедиционный багажник, лестницу на заднюю дверь, все заводское с сертификатами, как положено, надлежащего качества. Сейчас попробуем уточнить, в какие даты это все нам придет, и уже будем заморачиваться с установкой дополнительного оборудования. Да, кстати, многие слышали уже о УАЗ Патриот в комплектации футбол. Но, к сожалению, не все еще ее смогли увидеть. Так вот, сейчас вам предоставится такая возможность. Поснимаем. Поспрашиваем у менеджера, в чем вообще отличие данной комплектации от обычного УАЗа Патриота. Какие плюсы, какие минусы, какие доработки сделаны. Так что, ребят, не переключайтесь. Ну и еду, ребят, записываю, значит, вам очередной видос. И раз взгляд падает у меня на одометр моей машины, а там такая цифра. 9998 километров. Так что вы, наверное, вместе со мной пересекете этот рубеж на моем УАЗ Патриот в 10 тысяч километров. Ребят, в принципе, первый барьер, так сказать, 10-тысячный на нашем УАЗ Патриоте пройден. Те, кто не следят еще за нашим каналом, подписывайтесь, ребят. Ссылочки все в описании, группа ВКонтакте, Инстаграм. Нажимайте колокольчик и не пропускайте следующее видео. Да, кстати, ребят, сегодня у Константина, менеджера Атлант Авто, день рождения. Мы приготовили ему небольшой подарок. Сертификат от автомойки Автоспа на моечку автомобиля. Костя, с днем рождения тебя! Футбольчик. Футбольчик, Константин. Привет. С днем рождения тебя, братан. Спасибо. От всех подписчиков. Тебе подарок небольшой. Угу. От нашей автомоечки сертификат. Все, понял, хорошо, спасибо. Здоровья тебе, счастья. Ну, самое главное. Хороших клиентов, кстати, ребята, самые проверенные дилеры в Тюменской области. И самый лучший менеджер, Костя. Спасибо. Телефончик его оставлю под описанием, под видео, да, Костя? Да, да. Ну что, как у тебя дела? Да, потихоньку. Ну расскажи хоть мне, есть у тебя минутка? Да, конечно. Что за тема? Что за тема? Посвященная чемпионату мира в России. Обалдеть. Классики 35-70-16. Да, взята она изначально из комплектации Prestige, то есть это предмаксимальная комплектация. Отличительно, что добавлено, это в самом внутри, скажем, все фишки. Кожаный салон с эксклюзивной отделкой. То есть под мяч сделано все. Прострочка. Танк, рычага, танк. Да. А аккумулятор, ага, выключен. Обалденно. Так.
Мотор тот же остался? Да, все то же самое. Но не прошка, да? Нет. Кожух что-то как-то изменили, по-моему, нет? Все стандартно. Ну, цвет, конечно, это такой приятный. Лейблочки сюда добавили. Лейблы, наклейки снизу. Оригинальные диски. Ну, такие, этот, как мячик такой. Ну, такой. Да, в этой стилистике. Так-то прикольно, ага. Климат-контроль мы на эту комплектацию поставили. Руль мультифункциональный, да? Ну, руль-то он и так изначально идет, как в этой комплектации. Это предмаксималочка, да? Да, это предмаксималка, престиж. Кожанка такая модная. Здесь под мячик уже все сделано. Ну ничего так, прикольненько. Ну молодцы, хоть что-то это, то есть смогли, да? Подголовничек еще бы один сделали. Барчик здесь уже такой. На это видео пока финансов не хватает. На подголовничек. И что она по ценнику? 995 тысяч. Она вот в такой комплектации, как есть, она одна. Именно вот пришел в любой салон, говоришь, я хочу у вас футбол, все. Ну, у них бывает еще как дуповцы, это зимний пакет. Это если дополнительно. А, лобовушка? Да, подогрев лобового стекла, подогрев задних сидений. Это 19 тысяч плюсом. Все, понял. А так все то же самое, да? Так все то же 900 самое. Сколько? 995. 995. Ну, короче, лям. Ну, сейчас программу... трейдинг действует, где там скидки. Туманочки передние стоят. Уже щиток. Музычка, все есть, да? Да. Класс. Подогрев руля, но блокировочки нет. Но зато есть кожа. Все то же самое. Да. Климат, я говорю, главное отличительная черта, да, климат, что нет. Сразу тонировка завода идет. Ну и строчка здесь еще под синий, цвет, да. Синенькая, да. Прикольно. Здесь строчка синяя идет. Видишь, это фантазия работает на заводе. Фантазия работает на заводе, да? Ты здравиного такого не надо, что то же самое. Все то же самое, ничего не изменили. Короче, салон, синяя строчка, цвет приятный. Такого же цвета нету в стандарте? Сейчас нету. То есть раньше он был, назывался Океан Металлик этот цвет, но потом его из гаммы убрали, и теперь только вот. Сейчас Океан Металлик только в комплектации футбол. Да? Да. Все. Короче, хотите футбол? Ссылочка там под описанием. Косте звоните, говорите, Костя, хочу футбол. Приезжайте и забирайте. Дополнительный, да? Слушай, а на обычный можно же тоже ведь его поставить, наверное? Да, да. Ну вот фишечка какая, ребят, смотрите, новая скоба на патриотике, видите, вот так вот. Слышит, видимо, завод наши молитвы и наши недогадывания. Четко вообще. То есть получается, я вот такую себе лесенку заказал. Ребятушки, вообще будет бомба, блядь. Вот такая кость, да, у меня один в один будет? Обалденно. Здесь вот так же будет крепежечка, да? А запаска уже получается тоже висит на этот или нет? Или ну, она вообще запаску чуть-чуть держит она или нет? Нет, она сама держится за счет тех инструментов. Так, а вот это уже дополнительно идет? Ступенька, так называемая, на пускное. Так. Он сколько стоит у вас? 4700. Ёптать, мы с Денисом его сами сделаем, да, Дениска? Ты, кстати, я зафотографирую сейчас все это дело. Патентовать мы, конечно, это не будем. Но тема интересная. Так, квадрат труба уже сюда, понял. Винтики в Леруа Мерлен в каком-нибудь или в стройдворе. И алюминка. Прикольно. Кстати,
так этот столик можно сделать комбинированный, чтобы его еще можно было вперед делать на передние эти проушины. Не понял? Сейчас я вам покажу. Да, то есть, допустим, ну, Патрике также здесь вот цепляешь его, и чтобы он вот так вот, чтобы можно было вставать и уже в капоте ковыряться. Очень актуальная тема. А это что у нас за комплектация? Ох ты, вот это тоже штуковина. Это что за комплектация? Это комплектация тоже Prestige, предмаксимальная комплектация. Отделка, посмотри, да, под дерево. Ну все, прям Lexus. Ничего себе. Деревяшки, 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 деревяшки. Резина. Тоже так, как на этом, да? Здесь скос, труба. Вот, оно удобно. Делаешь ее, здесь цепляешь. Ну, крепежи делаешь какие-нибудь. И получается, как ступенька, полочка. Ну, да, что туда подвесить. Сюда вставать можно и уже перед капотом. Ну. Короче, багажник у меня один в один такой же будет. А на сколько примерно? Это вы не раз... 16 тысяч. Ебануться можно. Можно я сматерюсь, ребята, блин, в прямом эфире, ебануться 16 тысяч. Денчик, смотри, как ее надо делать. Вот видишь? Вот так вот делаешь ее. Да мы на буханку тоже такую себе будем делать. Не, я просто посмотрел, так-то актуальная тема вообще. Но ее, наверное, не надо будет узаканивать. Ее вообще проще делать так, на каких-нибудь быстросъемах. Либо ее, чтобы она туда закидывалась. Ну, в принципе, ее и так. Да, конечно. Так-то да, вообще, Костян, актуальная вот эта штучка, я сейчас посмотрел. Но она съемная и в багажник просто убираешь ее, складывается вся. Она вытаскивается, она как бы ничего такого съемного. Место по минимуму. Прикольно. Прикольно. Ну и все. Здесь площадочка идет. Вот Денис мне давно говорит, давай тебе вот такой листик, говорит, сделаем. Ну, да, если... Себе тоже хочет он такой лист сделать. Вот я думаю, может и настанет сейчас этот момент, что надо будет действительно сюда его делать. Смотрится, кстати, очень обалденно. Ну, без короба. Багажник такой объемный, кажется. Да, прикольно. Я тут на видео записываю, слышишь, Денчик? На видео, говорю, записываю. Заехал тут к Костяну. Обзор пилим на УАЗа. На этого, на футбола. Ты чё, как живой-то, здоровый там? Расскажи ребятушкам хоть. Да я что-то приболел. Чё, ты пьешь, наверное, много, да? Не, нормально все. Все на место встает, так спина болит и это. На место все встает. Ну ты и пей, это... пей тогда, фильтруй как-нибудь там, и все подряд, ты тоже не пей. Сегодня чача, допустим, завтра винцо. А я только чачу. Ты только чачу? Ну что этот, где комментарии уже люди пишут, где этот у тебя отпускные видео-то? Сегодня что так себе, ничего не снимал. Сегодня будет что-нибудь, нет у нас на канале-то? Что пообещать людям? Не, ничего не будет. Да кого я валялся, он 3 дня вообще, блядь. Хреново. Хреново? Ладно. Все, блин, как что-то сниму, я сразу это. Ну все, давай, ребята будут ждать уже. Завтра собираемся в порт с Марком пойти посмотреть, что там заснять и это все дайвинг перебалки. Давай, давай. Ну что, ребятушки, как вам? У вас новый. Новый УАЗ. Это вот, кстати, обзорчик, кто не видел. Максималочка стоит. 18-го года, можете зайти посмотреть. Ссылочку тоже в описании оставлю. Как вам УАЗ? Как вам УАЗ? Опа! Опачки! У вас футбол, да? Но у нас, конечно, не футбол, но тоже заебись. Ладно, ребят, надеюсь, было всем интересно. Так что
Ставьте лайки, кто не подписался на канал, подписывайтесь. Ссылочки в описании. Все дела. Всем удачи. До новых встреч. Пока.